Тема 835. Доставка автомобиля до автосервиса и обратно. В идее, как забрать автомобиль со штрафстоянки, я предложила для автомобилистов отдельную услугу, которая экономит нервы и время водителей, ожидающих ГИБДД после аварии. Не ждать самому, когда приедет ГИБДД, а в Москве это время может растянуться на несколько часов, а позвонить в специальную службу, конечно, когда она будет создана, чтобы приехал специальный человек, подождал ГИБДД вместо вас и уладил все юридические тонкости с ДТП. И вот нашла аналогичный сервис по ту сторону океана, в городе Вирджиния-Бич, 400 тысяч жителей. Не знаю, насколько он годится для ожидания ГИБДД, но аналогия очевидная. В этом городе один автомобильный консультант, Шон Холл, додумался до простенького автомобильного бизнеса, простенького-то простенького, но благо он приносит большое оказание услуги отгона автомобиля в автосервис вместо хозяина автомобиля, ведь подобная услуга по умолчанию есть при любой приличной гостинице. У вас при встрече возьмут ключи и отгонят автомобиль на автостоянку. Затем вернут вам ключи, а при вашем выезде подгонят машину к подъезду. И бизнес-то называется под стать этой услуге. Vehicle Valet. То есть буквально автомобильный слуга, камердинер. Этот предприниматель, близко работая с автомобилистами разного уровня, подметил у них две большие общие проблемы. Стоимость ремонтных работ по восстановлению автомобиля и потеря времени на его транспортировку в ремонтную мастерскую и обратно. Если снизить стоимость ремонтных работ, просто так не получится. Для этого нужно самому открывать свою мастерскую и предлагать низкие цены, то сэкономить автомобилистам время, запросто. Всего за $35 он обязуется доставить поврежденный автомобиль в мастерскую, а при оплате $60 доставит авто туда и обратно. При этом, дабы автомобилист не волновался за сохранность своего авто, его машину перед доставкой в автосервис снимают на видео и отправляют хозяину по email. Аналогично снимают отчетное видео и при возвращении из автомастерской, а также владелец машины может отследить за ее перемещением по GPS. Бизнес открылся в январе, и у него уже есть сайт vehiclevalet.com. Я нашла эту услугу на нескольких скидочных сервисах, в частности, на livingsocial.com. И, как вижу, ее покупают, 3 человека уже купили. А с учетом того, что владелец бизнеса обещает всем клиентам своеобразную партнерскую программу, если они приведут им нового клиента, получат еще по $5 скидки за каждого нового клиента, и то, что автомобилисты тесно общаются между собой, бизнес вполне может скоро разрастись. Вот вам пример бизнеса с нуля. Поначалу сами можете автомобилистов обслуживать, Шон Холл так и делал. Затем наймете исполнителей, пусть бегают, как курьеры в фирме по доставке. Чем больше ваш город, тем больше в нем автомобилей, тем богаче его жители, тем более они ценят свое время, тем лучше будут пользоваться вашей услугой.